Друзья, всем привет! Наконец-то добрался до новенькой модели и установили мизинчиковые батарейки в пульт. В общем, значит, просили рассказать по модулям света, значит, что тут из себя, что представляет. Автоматически он, видите, переходит в режим мерцания. Вот, и есть небольшой нюанс. Едем назад, стоп. У нас сзади стоп загорается и спереди. Видите? Не нравится. Но от этого не денешься. Диодики, я уже посмотрел. Они такие есть, двойные. Вот. Далее. Есть режим ярче светить. Есть режим слабее. Все. Другого больше тут режима нет. Соответственно, поворотники. Это круто. По центру пропадает у нас, получается, габаритный огонь. Вот. Здесь мигает. И... здесь мигает, все. Вот, задний тоже светится, все. И еще что у нас? У нас здесь с вами есть лебедка. Нажали. Сейчас он. А, у меня батарейки все-таки на плохие. Вот. Ага, он пропадает, смотрите, сигнал. Так, ладно, сейчас надо все-таки поменять аккумуляторы. В аппаратуре все-таки слабенькие. Я их поставил заряжать, у меня аккумчики там маленькие. А они, наверное, не зарядились нифига. В общем, он все равно автоматом переходит в режим, значит, мерцания. Видите, он пульт в режим энергосбережения уходит и машинка. В общем, один раз нажали, затягивает лебедка, второй раз нажали, отпускает. Вот, опять нажали, остановилась, нажали, закручивает. В принципе, ну, такая нормальная обычная лебедка. Все, с ней разобрались. По свету поворотники есть. Вот, двойные расходы газа есть, это хорошо, можно на 3S ездить. Вот. В принципе, модель нормально ездит. Чуть-чуть надо вот назад, когда сдаешь. О. Салон есть. Блин, ну тачка мне по внешке все равно больше заходит, чем этот, как он называется, чем Белуга. Вот, и еще. Прям вот как и надо. Смотрите, пришли вот такие диски. Они немножко серовато какие-то фиолетовые. Но мне кажется, на эту тачку они прям подойдут то, что надо. Вот, надо определиться, какую сюда резину еще другую поставить для тестов. Вот, сейчас подумаю. И что-нибудь сюда такое интересное воткну. И поедем тестировать новенький аппарат. Все в стоке, в принципе, все нормально. Вот, все едет. Никаких вопросов нету. Двойные расходы газа есть. Это лучше, чем у Белуги. Вот. И еще попозже посмотрю, можно ли поменять аппаратуру. Вот, оставив модуль света. Так что попозже сейчас гляну. Ну а на этом все. Самое главное, что хотел показать, это как работает лебедка. Чтобы самому тоже понимать. А, и, кстати, двухступка тоже идеально работает. Вон. Переключил. Как ракета просто. Вот. И еще надо будет нам ее, значит, посмотреть на предмет того, что там за шестеренки. Металл или пластмасса. Многие пишут, там, небось, пластмасска. Но я не уверен. Так что разберу, посмотрю. Ну, все. Еще раз всем спасибо за просмотр. Пока-пока.